168 серия, участок Мурманск-Магадан, трасса А-360, Лена. В этой серии будет пройдено 46 километров. Посмотрел по карте, ни одного населенного пункта нет. Город Тында. Комментарии. Благодарю всех, кто послал мне ответку. Поздравили с Новым годом за пожелания и вообще за внимание. Благодарю. Не рассчитывали, но не знаю, он может быть через город ведет видеорегистратор. Вероятности видео города будет, потому что, как мне кажется, он ведет через город.
чем бензин здесь? Так, добавил 15 литров. Так, показывает полный бак. $52, но не 57 же, как у Ерофея Павловича. Тында.
Ну что, в Тынде замечательные дороги. Идет ремонт, строительство, и имеющиеся дороги в замечательном состоянии. И цена бензина не сравнить. Что было на трассе Амур. Ой-ой-ой-ой. Ни в какое сравнение. И бензин дешевый относительно для Дальнего Востока. И дороги замечательные. Что вывод? Мэр на месте. Маршрут перестроен. Через 300 метров поверните направо. Куда ж ты меня везешь-то, подруга? Поверните направо. Где ж я направо поверну? Где же направо? Видишь, что дороги-то нет. Маршрут перестроен. Поверните направо. Ну и здесь дороги нету. Направо. Куда ж ты меня тащишь? Маршрут перестроен. Через 300 метров поверните направо. Ё-моё.
сказал, поехали за мной. Через 300 метров поверните направо. Ты вела меня правильно, что ли, подруга? Извини. Тында. Тында, янда, вында. Все, вижу, теперь направо, через километр. Вот Е420НН. Я спросил у него, как выбраться на трассу. Лена, он подумает, езжай со мной. Не, ну дороги, ну что, вот, дороги замечательные. Нет тротуаров. Через 300 метров поверните направо. Нет тротуаров. Ну это... Я ему помахал руками, он мне показал, куда двигаться. Вот товарищ помог мне. На самом деле, потому что навигатор Яндекс говорит направо, а там право поворота-то нет. За помощью вот к ребятам.
повышенные обороты, что ли. В общем, плутаю по незнакомым городам, там, где ни разу не был, которые проезжал по обводной, по объездной.
напрягает, что за река была, во-первых. Все верно. Надо будет по карте глянуть, что за река проходит через Тынду.
Стеллу Банк. Сейчас возвращаются к проекту прокладки второй нитки железнодорожной нитки Банк. Осень. Сентябрь. Четко по деревьям определяется время года. Лиственница зеленая. Березы желтые.
348 пройдено, 5 часов 38 минут в движении, 62 средняя скорость, 5,5 литров на 100 километров, 750 километров запас хода. Все больше и больше желтизны. Листопад, когда деревья листву сбросят на дорогу, и впереди идущие поднимают за собой. Закручивает листья, поднимает воздушным потоком. Симпатично смотрится. Вообще движения нет. Может, обед 7 плюс 6 по второго дня. Может быть, обед у них. Красота и нет связи.
знак 70, что ты? Какие 40? 50. Стоянка. Просто на дороге. Кратковременная. А-360. Розовые. Задремал или что? Вынесло.